пацаны притянули собі трофей. Красавчики. Впервые в истории тракторные войска. Во всем мире насмехаются над россиянами, чью военную технику растягивают хозяйственные украинские селяне с помощью мирной сельхозтехники. Производители детских игрушек уже продают новинку. Украинский трактор тянет бронемашину с буквой Z. Фермеры задерживают и даже уничтожают вражеские тыловые колонны. Так что российская бронетехника нередко глохнет посреди дороги, поскольку закончилось топливо или запчасти для ремонта. А вот посреди поля в Баштанке пылает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», уничтоженный разгневанными селянами. Стоимость одной такой системы – 15 миллионов долларов. Вот русский мир горит. На этих кадрах грузовик с российскими боеприпасами, который угнал у врага и отдал украинским военным скромный пенсионер. Украинским властям пришлось просить партизан по возможности не уничтожать военную технику, которая еще может послужить украинским военным. Но бывают и совсем уж мистические истории, когда вражескую технику останавливает сама украинская земля. На Сумщине речка засосала 4 российских танка. Речка их втянула. Вот эти два танка. За ними позже приехали вот эти два. Вот. Но чернозем украинский из Сумской области их уже не выпустил. Вот они здесь и пропарковались.